Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Volkswagen Passat B3 1990 года выпуска. Объем 1,8 литра РП. Пробег двигателя составляет 278 тысяч километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим замер компрессии. Первый цилиндр. Двенадцать килограмм. Второй цилиндр. 12 килограмм. Третий цилиндр. 12 килограмм. Четвертый цилиндр. 12 килограмм. Имеется видеообзор работающего двигателя. Запуск двигателя. Работа двигателя на классных оборотах. Работа двигателя на высоких оборотах. Пробег двигателя 278 661. Check engine не горит, ошибок связан с работой двигателя нет. Контроль выхлопа. Выхлоп чист, имеется конденсат. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.